Хорошее утро, хорошие новости. Вот у тебя какие хорошие новости? Я познакомился сегодня с отличными людьми, вот, наши гости и Александра. Я теперь спокойно знаю, когда, что, где купить и куда билеты. Когда можно купить себе подешевле. Я знаю, как можно теперь попасть в Жизнь-Терн. Вот познакомился с Евгением. Вообще-то, в общем, мои хорошие новости, они совпадают с твоими, абсолютно идентичны. А вот о том, какие новости хорошие у вас, у проходящих мимо нашего автобуса, сейчас будет интересоваться Рада, наша номинантка, кандидатка на ведущую в прямом эфире Первого городского канала. Рада, мы верим в тебя. Конечно, верим, как и в каждого из вас, кто желает быть на месте Рады или, может быть, на моем месте, на месте Максима Кузнецова. Для этого достаточно найти группу ВКонтакте Первого городского канала, город Калининград, естественно, оставить там заявочку у наших редакторов, с вами свяжутся и расскажут, как вы здесь можете очутиться. Либо позвонить нашему редактору 92-10-32, рассказать, что я очень не хочу, я желаю, я просто рожден или рождена для прямого эфира, тем более для прямого эфира в Калининграде с утра. Ну, ладно, много мы слишком уже поговорили. Ради уже, мне кажется, холодно. Да. Рада, тебе слово. У нас рубрика «Хорошие новости». Всем еще раз здравствуйте. Меня зовут Рада, и я продолжаю иметь желание стать ведущей. Поэтому сейчас у нас рубрика, которая называется «Хорошие новости». И спонсор – это «Аптека для бережливых». Сейчас я поймала одного очень интересного человечка. Как вас зовут? Александр. Поделитесь со мной, пожалуйста, какие у вас сегодня хорошие новости. Я узнал, что у меня есть брат, у меня мама беременна. Только сегодня? Да, сегодня перед работой я узнал, что у меня мама беременна. Ну, замечательная новость, и, пользуясь случаем, вы можете в прямом эфире передать привет. Мама, привет. Спасибо, что у меня есть братик еще один. Спасибо большое. Это вот три витаминки, чтобы ты не болел. Я передаю слово ведущим. Рада, спасибо огромное. Поздравляю. Потрясающая новость. Пополнение всегда хорошо. Поздравляем с пополнением. Ну и, собственно, уходим на законную рекламу.